Цветы берите. Василиса, берите, сфотографируйте. Вот, давайте. Спасибо. Вот. Он малюсенький. Да, подходите, да, я к нему. Вот вам еще цветы даю. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вот еще цветочки. Вот вам все цветочки, это вам. Это вам все. Спасибо всем одесситам за посредством. Да, я когда еще встали. А мы вот целая куча цветов. Спасибо вам большое. Берем. Цветы берем. Всех благодарим. За внимание. Видите, сколько вот. Чудесный парень. Мандыш. Здесь и сирень. Да. Ну, букет на сцене. Да, я как и... На сцене. Спасибо. Держите, это вам. Спасибо. Держите. Катрин, держите, вот еще вам цветы. Спасибо. Спасибо. Василий Сергеевич, а теперь пойди нам, возложи ты. Пожалуйста. Вот, я конечно, вам еще цветы. Вот вам еще цветы. Спасибо. Пойди возложи цветы. Пойди. Ну, подожди, куда что полез? Вот так, чтобы лицо хоть видно было ваше. Еще раз скажите нам, пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Савченко Яков Андреевич. Герой. Настоящий герой. Да, герой. Это герой и легенда. Партизан, герой, живая легенда. Освобождал Одессу и сформировал Берлин. Рейхканцелярию. Да, до Берлина. А? Рейхканцелярию. 24-го? Да. 93 года, вот было 2 мая, получил в Германии ранение, контузило. Днем победы вам дают, Яков Андреевич. Спасибо вам. Возьмите, а кто с ним? Вот, давайте. Давайте ему. Давайте. Вот можно ему руку дать? Я, Савченко.